Внимание, возможны спойлеры, смотрите на свой страх и риск. Недавно в печать ушел каноничный комикс про Катю из визуальной новеллы «Зайчик». Успейте приобрести его по ссылке в закрепленном комментарии. А также сам Сайкона опубликовал короткое видео с перелистыванием страниц уже напечатанного комикса, в котором можно подметить несколько интересных деталей. Трейлер комикса логично повторяет последовательность повествования в самом комиксе. Полиция приехала на крики из «черного гаража», видимо, все-таки туда забирает детей хозяин леса. На месте полиция найдет Катину заколку в виде клубники. А также полицейские отмечают, по всей видимости, следы зверей. Интересно, это те собаки, которые сопровождают хозяина леса, или это просто антоновская галлюцинация распространилась на всю деревню? Мертвую Катю не покажут, так что я не знаю точно, но может быть Катя будет жива, ее просто похитит и будет удерживать у себя хозяин леса для каких-то дальнейших действий.